В 2019 году ветеринарная служба обеспечила Ульяновской области первое место в рейтинге благополучия среди других субъектов ПФО. Все благодаря интенсивной работе специалистов ведомства по предотвращению и ликвидации очагов заболеваний домашних животных, в том числе самой опасной – африканской чумы свиней. На ежегодном заседании коллегии ветеринаров поздравил Сергей Морозов. Особое вам спасибо за оперативное обеспечение всех мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней. Среди ваших достижений практически полное преодоление лейкоз крупного рогатого скота. И все это оказалось возможным прежде всего благодаря слаженному взаимодействию различных структурных подразделений службы. В минувшем году ветеринары боролись не только с африканской чумой свиней. Они также занимались электронной сертификацией, следили за качеством продуктов питания и, конечно, лечили животных. По словам Нины Пелевиной, кроме чумы, опасные болезни у животных – сибирская язва, туберкулез, бешенство, лейкоз и другие. И в каждом случае важна своевременная профилактика. Мы все прекрасно понимаем, что главным основным документом у нас является план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ульяновской области. План диагностических исследований по итогам 2019 года выполнен на 106%. Экспертную оценку ветеринарной службе дал ректор Ульяновского государственного аграрного университета Виталий Исайчев. По его мнению, работа ветеринаров эффективна, в том числе благодаря их взаимодействию с научным сообществом. Правильно было решение создать кафедру проблемы ветеринарной медицины и безопасность продовольствия, которые наши студенты проходят действительно реальную практику, и вот в этом году их прошло 55 студентов. А студенты – это будущее ветеринарной службы. Выигрывают от межведомственного взаимодействия и подготовки качественных сотрудников все, в особенности предприятия, которые производят продукты питания, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Они контролируют полностью производство наше, они участвуют практически в каждодневной жизни колхоза ПСК «Красная звезда». Мы ведем с ними тесные контакты, и у нас очень налаженные связи по любому возникающему вопросу, проведение анализа, вакцинации и различных обработок. Они участвуют в жизни колхоза практически каждый день. На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между агентством ветеринарии и управлением Роспотребнадзора, Ульяновским линейным отделом МВД России на транспорте, а также Государственным юридическим бюро Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.